В эти минуты в концертном зале «Планета КВН» прощаются с Александром Масляковым. Гражданская панихида продлится до часа дня. На здании КВН в Мариной роще установили черно-белый портрет телеведущего. После прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Руководитель клуба «Веселых и находчивых» умер в воскресенье на 83-м году жизни от рака легких. Соболезнования выразили многие политики и коллеги по телевидению.